Всем привет, друзья! Вы на канале Дмитрий Завьялов. В этом видео я собрал много крутых автотоваров с сайта AliExpress, среди которых есть также товары из моих прошлых выпусков, которые вы могли пропустить. И обязательно ставьте лайк, если я сумел вас немного удивить. Поехали! Подсветка для дверей с логотипом. Освещает пространство вокруг себя при выходе из автомобиля и проецирует на асфальте красочное изображение. Подсветка состоит из проектора, магнитного выключателя в виде небольшой пластины и набора съемных картриджей с разными логотипами. Сам проектор крепится на двухсторонний скотч к обшивке двери, а магнитная пластина устанавливается на дверном пороге напротив подсветки. Работает данное устройство от 3 мизинчиковых батареек, которых надолго хватает для питания светодиодных ламп. Продается подсветка комплектом из 2 штук за 1300 рублей. Имитатор сигнализации. Пригодится, если вы оставляете на ночь во дворе машину, у которой отсутствует сигнализация. Данный муляж поможет сэкономить на установке сигнализации приличную сумму денег и отпугнет злоумышленников, положивших глаз на ваш автомобиль. Имитация имеет мигающий индикатор, такой же, как у настоящей сигнализации. Устройство устанавливается на панели возле стекла и не требует подключения проводов, так как работает от батарейки, которая накапливает энергию днем от солнечного света. Включается на автоматически при наступлении темноты. Также на приборе имеется микро-USB разъем для подзарядки телефона. Стоит такое устройство 160 рублей. Электронная заслонка выхлопоглушителя предназначена для управления выхлопной системой автомобиля и устанавливается в конце выхлопной трубы перед глушителем. Устройство имеет пульт дистанционного управления с кнопками, отвечающими за открытие и закрытие заслонки, как полностью, так и частично, благодаря чему водитель может включить спортивный режим езды, активировать прямоточный выхлоп, который в любой момент можно вернуть в штатный режим отвода отработанных газов через глушитель. Питание к заслонке подается по проводу от прикуривателя. Продается данное устройство вместе с крепежами и прокладками за 6000 рублей. Парктроник – это современная система кругового обзора автомобиля, которая помогает водителю аккуратно припарковать автомобиль или безопасно выехать задним ходом на проезжающую часть дороги. В систему входят 4 видеокамеры, они устанавливаются на автомобиле в соответствии с прилагаемой инструкцией. Сигнал от камер поступает в приемный блок, который обрабатывает и объединяет информацию со всех камер в единую 3D-картинку. Далее изображение выводится на любой имеющийся монитор. Таким образом, находясь за рулем, вы можете наблюдать за автомобилем сверху от третьего лица, как в компьютерной игре. Стоит такая парковочная система на AliExpress 18 тысяч рублей. А это миниатюрный USB-накопитель обладает маленькой формой, что очень удобно для использования на мультимедийной системе автомобиля. Корпус флешки выполнен из металла с фирменной гравировкой. Для удобства пользования на корпусе имеется металлическое колечко, на которое можно повесить цепочку. Стоит такой USB-накопитель от 240 до 700 рублей, в зависимости от выбранного объема памяти. Самый маленький 4 гигабайта, а самый большой 64. Все большей популярностью у водителей пользуется подсветка габаритов – ангельские глазки. Впервые такая подсветка появилась на автомобилях марки BMW. Она представляет собой светодиодные кольца, которые крепятся внутри фар на двухсторонний скотч. Во время работы тратят очень мало энергии, что благоприятно для аккумулятора. Кольца продаются комплектом из 4 штук и обладают разными размерами и ценой. Это зависит от марки автомобиля, на который они устанавливаются. На AliExpress ангельские глазки можно заказать как для отечественных автомобилей, так и для иномарок. Козырек для боковых зеркал, предназначенный для защиты зеркал от попадания капель дождя или снега. Они изготовлены из прозрачного пластика, который хорошо гнется, что дает возможность устанавливать их на любые модели зеркал. Крепятся они с помощью липкой ленты к обезжиренной поверхности корпуса зеркала. На AliExpress защитные козырьки продаются комплектом из 2 штук и стоят почти 100 рублей.
Универсальные кнопки управления магнитолой на руль подходят для любых магнитол, у которых в меню присутствует интерфейс мультируль. Они состоят из двух круглых пультов с кнопками и крепятся на двухсторонний скотч к рулю. Еще в комплекте поставляется приемник, который подключается к автомагнитоле. После всех манипуляций с установкой кнопок их нужно синхронизировать с магнитолой. Для этого нужно зайти в меню настроек мультируля и выполнить синхронизацию. Работают беспроводные кнопки от батарейки CR2032 и продаются на AliExpress за 1100 рублей. Доводчик окон предназначен для автоматического закрытия всех окон при постановке автомобиля на сигнализацию. Также данное устройство автоматически разблокирует двери во время переключения скорости в парковочную позицию. Данный прибор подключается к клавише управления стеклами в двери водителя без дополнительных настроек. Стоит такое устройство на AliExpress по-разному. Это зависит от набора функций доводчика и от марки автомобиля, для которого он предназначен. Зонт, наоборот, очень пригодится автомобилистам. Его удобно складывать и раскладывать, выходя из автомобиля. Также система закрытия, наоборот, складывает зонт сухой стороной наружу, что предотвращает забрызгивание сидений водой. Еще такая схема открытия зонта делает его устойчивым к сильным порывам ветра и другим агрессивным воздействиям, которые очень губительны для обычных зонтов. Купить зонт на AliExpress можно за 900 рублей, выбрав из 27 разных расцветок. Автомобильная палатка изменит ваши взгляды на путешествия. Изготовлена из высококачественных материалов. Ее можно разместить на любом автомобиле, будь то внедорожник, микроавтобус, легковой автомобиль или даже прицеп. Установить автопалатку на крышу не составляет большого труда. С помощью специальных креплений она крепится к рейлингам или багажнику. Раскладывается палатка как чемодан, а твердый пол разделен на две разные части, которые после раскладывания фиксируются с помощью лестницы. Автопалатка рассчитана на двух взрослых человек с двумя детьми, общий вес которых не должен превышать 500 килограмм. Баллончик с герметиком для бескамерных шин. Лучшее средство для борьбы с проколами. В случае пробития колеса вдали от шиномонтажа, вы самостоятельно сможете осуществить ремонт покрышки. Такой герметик изготовлен на основе каучукового раствора, который отлично заполняет поврежденные участки покрышки. А оставшийся раствор равномерно растекается по всей шине и при появлении новых проколов моментально будет заполнять их. Также внутри баллона находится достаточно газа, чтобы накачать колесо. Во время хранения баллончика избегайте попадания прямых солнечных лучей или других греющих источников. Зонтик для автомобиля предназначен для защиты от солнца, осадков и случайно упавших предметов. Устанавливается он на крышу с помощью присосок и фиксируется крепежными стропами, которые можно набросить на колесные арки, дверные ручки или застегнуть внутри салона. Также его можно использовать как пляжный зонт, благодаря специальным элементам, которые идут в комплекте. В сложенном виде занимает мало места и с легкостью поместится в багажнике. А это инопланетная технология, которая называется Head-Up Display. Проецирует на лобовое стекло показания спидометра и данные GPS-навигации. Кроме эстетической красоты, такая технология очень удобна, так как все основные данные находятся перед глазами водителя и не нужно отвлекаться от дороги. А в темное время суток проекция не слепит глаза, в отличие от экрана обычного навигатора. В описании к видео я оставил ссылки на самые популярные модели. Для тех, кого раздражает дым сигарет и другие посторонние запахи, выручит такой мешочек бамбукового угля. Этот природный очиститель воздуха имеет естественный абсорбент, который великолепно поглощает неприятные запахи. Различные исследования показали, что бамбуковый уголь в 3 раза больше поглощает запаха, в отличие от других аналогов активированного угля. Такой мешочек с углем можно повесить на зеркало в качестве украшения, и он отлично будет смотреться. Комфортное обслуживание автомобиля обеспечит упоры-амортизаторы для капота. Этот простой компонент решает сразу несколько задач, помогает открыть капот, не прибегая к большим усилиям, обеспечивает плавное открытие и закрытие, которое предотвращает деформацию от ударов и надежно удерживает капот в открытом положении. На AliExpress можно выбрать модели амортизаторов индивидуально для каждого автомобиля.
Полировочная машинка. Это отличный инструмент для полировки поверхности кузова автомобиля. Данная модель легка в освоении и имеет D-образную ручку. За нее очень удобно держаться во время работы. Также на корпусе имеется регулятор, которым можно менять скорость вращения в зависимости от типа обрабатываемого материала. Полировочная машинка оснащена мощным двигателем в 1200 Вт, который позволит быстро и качественно выполнить нужную работу. Турбосвисток на глушитель создаст впечатление, что у вас под капотом находится настоящий монстр. Свисток крепится на глушитель несложным способом и сразу готов к работе. Во время увеличения оборотов двигателя насадка издает похожий на турбину свист. Турбосвисток универсальный, подходит ко всем автомобилям. На страничке заказа можно выбрать насадку с понравившейся расцветкой. А это пистолет для сварки пластмассы. Подойдет для ремонта бампера и других пластиковых деталей. Принцип работы термопистолета прост. Он соединяет детали из пластмассы с помощью металлических скоб, которые нагреваются и вплавливаются в тело изделия. Инструмент имеет удобную ручку и подсветку в передней части паяльника. Работает устройство от сети в 220 вольт. Комплект для обжатия шланга высокого давления, в который входит гидравлический ручной кримпер и сменные губы для различных размеров и видов металлических муфт. Кримпер имеет ручной гидравлический насос, который способен создавать большое давление. Такой инструмент пригодится при ремонте автокондиционера, где требуется замена шлангов. После обжима фитинга шланг может выдерживать давление до 30 атмосфер. Ручной беспроводной компрессор поможет быстро выполнить накачку шин без особых проблем. Насос работает от аккумулятора, который заряжается от автомобильного прикуривателя или от стандартной розетки через адаптер. На корпусе прибора установлен манометр для контроля за текущим давлением. А благодаря различным переходникам, которые идут в комплекте, компрессор можно использовать для накачки велосипедных шин, мячика или других надувных изделий. А это мечта любого автомобилиста – зеркало заднего вида с автозатемнением. Каждый водитель часто сталкивается с ситуацией, когда машины, едущие сзади, слепят вас светом своих фар. Избежать этого вам поможет умное зеркало заднего вида, которое умеет самостоятельно затемняться от яркого света, что убережет вас от ослепления, которое может вылиться в неприятную ситуацию. А это громкоговорители с сиреной для использования на различных мероприятиях и шоу или для водителей грузовиков и спецтранспорта. Комплектуется всеми необходимыми креплениями и пультом управления, на котором расположен микрофон, регулятор громкости и кнопки, которые активируют 6 видов звуковой сирены. Также пульт может воспроизводить звуковые файлы с USB-флешки. Бегущая строка на автомобиль является отличным инструментом для организации наружной рекламы. Особенно актуально у таксистов в качестве информационного табло. Изделие надежно крепится на заднее стекло с помощью присосок и сразу готово к работе. Отображаемый текст загружается с компьютера через USB-кабель. Работает светодиодная панель от прикуривателя. Для водителей, которые пользуются очками для вождения, пригодится футляр для хранения очков. Он надежно крепится на потолок или вместо ручек поручней, которые находятся над дверями. Футляр имеет удобную систему открытия и закрытия. Внутренняя часть поверхности корпуса покрыта мягким материалом. Наличие такого девайса позволит хранить под рукой очки для вождения или любую другую мелочь. Органайзер на спинку сиденья автомобиля позволит взять в дорогу необходимые мелочи. Органайзер имеет множество различных карманов, где можно разместить бутылочки, детские игрушки и другие вещи. Также есть раскладной столик и место для крепления планшета. С помощью специальных креплений органайзер надежно и крепко фиксируется на спинке сиденья. Материал изделия прочный и хорошо моется.
А это система 3 в одном, которая включает в себя видеорегистратор с качественной съемкой и записью видео в Full HD, радар-детектор с передовыми технологиями распознания сигналов различных комплексов и встроенный модуль GPS, который распознает камеры по данным со спутника. В настройках меню можно выбрать русский или английский языки. Работает устройство от аккумулятора, который заряжается от прикуривателя. Такие колпачки в виде смайликов оригинально украсят любой автомобиль. Этот маленький элемент сделает ваш автомобиль чуток оригинальней, а образ всеми любимого смайлика вызовет восторг окружающих людей. Комплект таких чудесных колпачков стоит чуть больше 100 рублей. Водители, которые часто мотаются за городом, обязаны возить с собой такой ремкомплект. С помощью этого набора вы самостоятельно за короткое время отремонтируете бескамерную шину, при этом не снимая колесо. Набор состоит из 6 предметов: инструмент, рашпиль для зачистки места прокола, ручное шило с ушком, 3 жгута из сырой резины и клей. Часто роняете телефон, ключи или другие предметы между сидений? Тогда установите такой карманный органайзер. Он занимает все пространство между консолью и сиденьем, которое эффективно может использоваться для хранения различных мелких вещей. Также карман служит естественной ловушкой для предметов, которые выпадают из карманов. На этом все, друзья. Все ссылки на товары из этого видео я оставил в описании. Напишите в комментариях, какой товар вам понравился больше всего. До скорой встречи!